Заболел муж у меня в пятницу. В субботу пришел врач дежурный, посмотрел, послушал, поставил под вопросом пока бронхит. И когда я спросила, говорю, а если это ковид? Сказал, ну, если станет хуже, обратитесь, вам дадут направление на КТ и, значит, направление на тест. Вечером мужу стало хуже, мы вызвали скорую, скорая не приехала. Но сразу, правда, предупредили, что заказов из этих вызовов очень много и ждать придется очень долго. Но за 12 часов скорая так и не приехала. И утром мы встали, уже поехали своим ходом на рентген. Раз у человека воспаление легких и признаки, да, такие ковиды есть, по идее бы надо сделать этот тест, дабы удостовериться, что да или нет, да. Но, несмотря на это, врач посчитала, видимо, что это не надо делать. У КТ нам так никто не сделал, то есть нам сделали только рентген. КТ, получается, делают только если ты уже... либо тебе совсем хреново, и тебя уже везут на скорой, и тогда вот делают КТ. А если нет, то стоило 300, по-моему. Это вот если платно делать.